Захворывание на респираторные вирусные инфекции в Гомельской области не превышает сезонных показчиков. За тыдень за медицинской допомогой звернулись около 12 тысяч человек. Это на 4% ниже за аналогичный период минулого года. У регионе зараз протягивается кампания по вакцинации супраць грипу. Пришепки зробили около 4,5% у населения. Вакцины протягивают поступать у лечебные установы. Бесплатно пришепки робят детям, тяжарным женщинам, людям с хроничными захворваниями або старейшим за 65 годов, медперсоналу и некоторым иншим категориям громадян. Остатние могут вакцинироваться на платной основе.